Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Утро доброе». И сегодня, как обычно, со мной в студии Евгения Пермякова и Денис Федулов. Евгения, наверное, ни для кого не секрет, что делать зарядку по утрам очень полезно. Она снижает уровень стресса, она тебя будет, как ни странно, и вообще... Да, улучшает метаболизм, повышает тонус, способствует снижению веса. Очень важно, да, мне очень, кажется, очень, для очень важно, меня. Да. Да, и внешность становится ярче, именно поэтому необходимо делать зарядку каждый день. А лучше ее делать вместе в с нами. Обществе нашей передачи «Да, утро доброе» на пятом канале. Всем доброе утро! Сегодня с вами Zumba Fitness Зарядка. Меня зовут Татьяна, мне будут помогать Оля и Алина. Начнем! Сегодня мы будем с вами изучать ритм сальса. И, конечно, мы начнем с разучивания движений. Делаем в сторону по два шага. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, вперед, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. С руками. Два, три, четыре, ручки вперед и на месте. Раз, два, три, четыре. Следующее движение, шаги в сторону, по два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, вперед, вистеп и четыре прыжка на месте. Раз, два, три, четыре, второй раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, вперед, вистеп и четыре прыжка. Раз, два, три, четыре. Следующее движение будет шаг назад сальса. Один, один. И будет два. Один, один, два. Следующее движение. Мы идем вперед. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два. И последнее движение. Один шаг вперед, другую ножку назад. Вперед, назад. Скрестный шаг в сторону. Четыре. И на месте четыре. Поменяли ножку. Одну вперед, другую назад. Вперед, назад. Скрестили. И на месте. Угу. Мы закончили разучивание движений. А теперь давайте все под музыку. Станцуем нашу сальсу. Два. Вперед. Вперед. И четыре прыжка. Раз, два, три, четыре. Второй раз. Оп. Четыре. Назад. Один. Один. Два. Один. Один. Два. Идем вперед. Хей. 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 И еще раз. Один, два. Один, один, два. Пошли вперед. Эй! 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 Внимательно. Один вперед, другой назад. Скрестный шаг в сторону. И покрутили бедрами. Левая. Еще раз.
левую ножку. Сторону. И добавляем ручки. И последний раз. Сторону. И поворачиваемся. Другую ножку. Сторону. И разворачиваемся. Два шага в сторону. Вперед. И четыре прыжка. Hey, hey, hey. Вперед. Это был ритм сальса. Надеюсь, вы зарядились энергией, позитивным настроением. Всем всего хорошего, хорошего дня. Сегодня у нас в гостях снова Евгений Викторович Яровенко, заслуженный мастер спорта СССР. Евгений Викторович, здравствуйте. Доброе утро. Давайте поговорим о вашей тренерской деятельности. В, по-моему, 92-м году, поправьте меня, вы закончили карьеру игрока и перешли, можно так сказать, в тренерское кресло. Насколько этот переход для вас был болезненным? Потому что многие люди, наверное, с большими трудностями это переходят, потому что одно дело развивать в первую очередь себя, вы уже знаете, как вы играете, вы знаете свои сильные и слабые стороны, а вот передавать этот опыт, да, наверное, это было очень трудно. Расскажите об этом, как вот именно переход такой происходил к тренеру? Ну, вы знаете, если по порядку, когда стали олимпийскими чемпионами, к сожалению, в 88-м году Кайрат вылетел из высшей лиги, вот, у меня было достаточно предложений, практически половина клубов высшей лиги. Все московские клубы меня звали, Москва меня всегда отталкивала. Отталкивала? Почему? Потому что такой сумасшедший ритм жизни, может, я из такого маленького города, да, Каратау, мне нравились. Да, тянуло меня киевская «Динамо», кстати, в которой Лобановский меня тоже приглашал. Ну вот, и тут пришло предложение мне попробовать свои силы за Днепр, Днепропетровск. Угу. В то время уже играли Антон Шох, покойный, царство небесное, который забил победный мяч на Кубок СССР в 89-м году. Эдуард Сон, Петр Нештейтер был и так далее. После Днепра моя футбольная карьера сложилась так, что был Волгоградский Ротор. Вот. После Волгоградского Ротора у меня были клуб Конту, Финляндия, год. И 3 года я отыграл за турецкий клуб Сарьерспор. Если вот из этих троих команд рассматривать, кто, на ваш взгляд, сильнее всего играл? Может быть, какие-то были, не знаю, у вас непонимания, потому что, ну, работать с иностранцами тяжело, все-таки разная культура, особенно, наверное, ну, одно дело работать с Турцией, с турецкими футболистами, потому что более-менее у нас культура похожа, а вот с финскими, как вы вот можете вспомнить? Не, ну, знаете, если брать, допустим, в то время как раз Советский Союз распался. Угу. Непонятно было, какие чемпионаты будут. Распались все республики, распались, в общем, стали. У вас было такое ощущение вот подавленности именно из-за вот этой всей ситуации? Как вы вообще вот сейчас вспоминаете эту историю? Я скажу так, Федерация футбола приняла такой регламент. Футболист не может уехать за границу, пока не исполнится 28 лет. Мы когда стали олимпийскими чемпионами, у меня лично было 2 приглашения из клубов Германии. Это Кайзерслаутерн и Боруссия Дортмунд. Сразу после чемпионата. На то время мне было 26 лет. Мы не могли никуда выехать. Вот. А я мечтал всегда играть в Германии в таком чемпионате, потому что я люблю дисциплину, я люблю порядок, я люблю пунктуальность. Там, да, знаете, да. Мне это нравилось. И то, что с детства я болел там за сборную Германии, вот, угу, подкупало это. А что касается чемпионатов Финляндии и Турции, где я был игроком, ну, конечно, Финляндия такая, знаете, она катационная страна, ее называют лыжная страна, mm-hmm, там особенно, да, футбол у них. Футбол не сильно развит, да? Не сильно развит, только вот они начинали вот 90-е годы. Ну, пришлось, потому что не было вариантов, пришлось там сезон поиграть. Вот, и после этого поступило предложение переехать в турецкий Сарьерспор. Просто такая, знаете, полярность, просто с головы, mm-hmm, ноги все перевернули. Если там, допустим, сонная страна была, то здесь приехали, то такой сумасшедший бум, там просто футбол затмил политику. Там просто все живут футболом, там болеют за футбол. Я 3 года отыграл в Турции.
получил травму. То есть не только в команде, но и вообще, в принципе, вокруг этого всего. Вообще, тоже да. Вся конечно. Нация буквально футбольная, турецкая. Все же вот футбол, я же говорю, футбол затмил политику в Турции. Чего и до сих пор это так. Вот, отыграл в Турции и уже вернулся на Украину. Заканчивал я свою футбольную карьеру в Запорожской «Металлурге». Это не 92-й, это 95-й год был. Вот, заканчивал. В принципе, мог еще поиграть, но когда мне поступило предложение, бывший капитан команды «Днепра» Александр Лысенко возглавил клуб «Кривбас» «Кривой Рог» и пригласил меня, говорит, давай заканчивай с футболом, и, ну, будешь мне помогать. Я в то время уже думал, что я в любом случае я связывал свою жизнь в дальнейшем только с футболом. Только с футболом. Только с футболом, да. Вот. Мне это нравилось, я шел к этому и мечтал, все-таки я чего-то в футболе добился, чтобы какой-то свой опыт передавать. Вообще, вот вы были жестким тренером, вот потому что вы же говорили, что вы, вам всегда вас тянула Германия с ее пунктуальностью, дисциплиной, и в своих работах как тренера вы тоже пытались именно вот насаждать дисциплину, пунктуальность, может быть, какое-то уважение к тренеру как вот главному человеку, или наоборот, вы старались им быть другом, как был, или, может быть, там, не знаю, отцом, как был вам ваш тренер, когда вы только начинали свою карьеру? Вы знаете, в быту я для футболистов был и отцом, и братом, там, и другом, и так далее. Что касается организации тренировочного процесса, управления командой и так далее, меня всегда импонировала дисциплина. В первую очередь я спрашивал себя, со своих ассистентов, и после этого все приходило на футболистов. Я любил во всем дисциплину, я знал, что порядок бьет класс. У вас были конфликты внутри команды, которые вот вам приходилось решать, или, может быть, даже с вами кто-то пытался конфликтовать? Нет, где-то такого, наверное, не было, но в любом клубе, где бы я ни работал, там Тарас в Казахстане, или там Есель-Богатырь в Петропавловске, Украина, там я 5 лет отработал в структуре Донецкого «Шахтера», Днепр, все знали мои требования. Я сразу, когда только меня назначали, я сразу рассказывал свою философию, чтобы потом просто не повторяться. Ребята, кто не согласен со мной, кто не выдержит вот этот груз такой ответственности, вот, лучше сразу скажите. И были такие футболисты, Евгений Викторович, мы не потянем. Или кто-то там нарушал там режим и так далее. Я говорю, очень будет все строго, но все будет солидно, все будет красиво. Главный тренер вас никогда не подведет. Это самое главное для меня было. Да, я с них требовал, я любил, чтобы у меня команда была функционально готова от и до, потому что недостаток технико-тактического мастерства может чем, наверное, восполнить. Только, наверное, самоотдача на футбольном поле. Вот это для меня было самое главное. Конечно, я любил такой комбинационный футбол. Я любил, чтобы в обороне строго, надежно играли. То есть много таких моментов. Но самое главное, что... Для меня самое главное, вот до сих пор мне звонят игроки, где бы я ни работал, там день рождения или там праздники, вот всегда поздравляют, Евгений Викторович, всегда вспоминается. Вот, вот это для меня самое главное. Главное, что я вот что-то дал им в футбольном плане. Что-то посадили. Вот та благодарность, да, них, да? Наверное, вот, вот, мне очень приятно. Хорошо, давайте поговорим о ваших нынешних планах. Вы амбассадор Куджей Лиги. Можете что-то об этом рассказать, что-то интересное? Вообще, как вам пришла идея вернуться в Караганду? Потому что, как известно, вы пока что не так сильно связаны с этим городом. Что вас вообще, что называется, сюда привело? Можете рассказать? Ну, смотрите, в прошлом году меня пригласили... Как раз был первый турнир в Казахстане, это Супербол. Вот, как главного тренера пригласили. В прошлом году я в Караганде, кстати, был, когда проводили кастинг. Мы за 29 дней мы приехали 14 городов по Казахстану. И вы были в составе вот именно, можно сказать, жюри, которое отбирало молодых футболистов. У нас было 8 независимых экспертов. Проводили кастинги, отбирали лучших игроков, и которые впоследствии эти игроки попали на финальный отбор в город Алматы. Вот, и мы уже отобрали 50 человек, 25 человек основных, 25 в резерве, и готовили их. Вот. Я к чему веду? Потому что вот сейчас у меня все это связано с Супербол и Кьюджи-лига. Я был главным тренером в Суперболе, а в Кьюджи-лиге все и находится мой друг,
будем говорить, мой брат, президент Junior QG лиги Рохусович Шох. Мы вместе с ним выросли, он, правда, в Жамбуле, Каратау, мы с ним ровесники. Вот, я знал, что команду готовит. И у нас финальная игра была как раз в Астане 30 июля в прошлом году. Мы эту игру проиграли 1-6. Вот. И после этой игры мы с ним встретились, и он мне сказал: Евгений, все, как ты сможешь на то, что мы тебя приглашаем экспертом-аналитиком, амбассадором в QG-лигу. Я долго не раздумывал, вот, принял решение. Для меня это был новый вызов, потому что с молодежью я долго не работал. Вот, такой последний, наверное, опыт мой был работы это в структуре донецкого «Шахтера». «Шахтер»-то я возглавлял 5 лет, откуда вышло немало таких профессиональных футболистов, как Евгений Селезнев, Федецкий. Вот, я принял это решение. И с августа месяца, вот ровно год было недавно, вот, я тружусь экспертом-аналитиком в спортивно-аналитическом блоке, который возглавляет известный специалист Инкарбеков Арсен, который в свое время возглавлял футбольный центр Астаны. Работаю и ни разу ни о чем не пожалел. И вот сегодня вот этот чемпионат QG-лига, элитный чемпионат, которому аналогов нет в Европе, поверьте мне. Это существует только в Казахстане, такой формат именно, да? Только в Казахстане, да. Ага. Сегодня настолько все на профессиональном уровне, настолько такие высокие требования начинаются от нашего президента, то, что у нас находится в нашей организации, там, медиа, маркетинг, менеджмент, то есть у нас много блоков, да, наш САП, вот, настолько требования высокие, что мы хотим, чтобы они соответствовали европейским академиям, потому что нужно вот с них пример брать. Почему у них 50 лет назад, вот мы вчера общались, 50 лет назад у них были полные стадионы, ходили везде. И до сих пор полные стадионы. Да. У нас в 80-х, 70-х были полные стадионы вот, на играх. В той же Караганде, там Джамбул, да. Павлодар, Кайрат Алматы особняком стоит. Вот. То, что у нас сегодня не хватает инфраструктуры, не хватает у нас сегодня полей, нигде не хватает таких академий солидных. Вот. Я думаю, это все впереди, это все будет. Но сегодня QG-лига – это лига возможностей для футболистов. Вот мы, наш спортивно-аналитический блок, включая 6 экспертов, очень профессиональных топ-менеджеров, я вам скажу так. 2 инструктора УЕФА – это Шпанёра Игорь Михайлович и Васильев Дмитрий Валерьевич. 2. 2 тренера главных Ю-19 Кузнецов Александр Евгеньевич, Ю-17 Сагандык Бауржан Абаевич. И 2, будем говорить так, практика, которые действительно такую всю свою школу прошли. Это Дмитрий Алексеевич Агай и ваш покорный слуга. Вот я к чему веду. И вот мы, наша главная задача – это спортивная составляющая. Мы ездим с визитами в футбольные центры. Вот я, кстати, сейчас приехал и вместе с Василием Дмитрием приехали с визитом футбольный центр Астаны. Наша главная задача не учить тренеров, наша главная задача помочь им. Вот. Потому что на сегодняшний день такой календарь выстроен, недельно микроциклы работают. Тренера в прошлых годах, они никогда не работали, они выезжали, там за неделю три игры играли, уезжали, а сейчас они работают как настоящие профессионалы. Сегодня QG-лига делает все для того, чтобы для роста. Главная цель футболиста – воспитать. Это логистика продумана. Летают только на самолетах. Живут в лучших отелях. Чтобы максимально экономить время. Да, и живут в лучших давать отелях. Давать возможность отдохнуть. Да, отличное питание, проживание. Все, то есть все на профессиональном уровне. Уже готовим футболистов для профессионального футбола. То есть сегодня это QG-лига, будем говорить, это трамплин от юношеского футбола в взрослый футбол. Самое главное, вот то, что мы сегодня делаем, эксперты-аналитики, когда у нас есть семинары, собираем главных тренеров QG-лиги, когда мы приезжаем с визитами, мониторим тренировочный процесс, игры. Наша главная задача – это аналитика этих игр, это обучение на семинарах тренеров,
то есть подсказать, помочь им, да, как работать в недельном цикле, работая с вайскаутом. Вайскаут сегодня во всем мире работает. И топ 5 стран все пользуются услугами вайскаута. Сегодня любой тренер может зайти, любую фамилию, посмотреть все его данные. Раньше такого не было. Тренеру очень удобно, эти инструменты, они очень ему помогают. Ведь самое главное сегодня, то, что сегодня делают тренера, мы уже увидим, когда на выходе, вот в профессиональный футбол, мы уже посмотрим, какой продукт они выпустили. Да. Вот это сегодня самое необходимое, главное. Хочу отдельно сказать по Караганде. Так. Мне приятно было всегда приезжать, еще будучи футболистом, это в 80-х годах, когда я играл за Джамбулский Химик. Шахтер Караганда – это что-то особняком стоит. Прекрасная была команда, прекрасные болельщики, футбольный бум, ажиотаж, когда подъезжали к стадиону, народ, музыка, праздник настоящий. Очень сложно было играть, и в свое время такие звезды играли, вот, в «Шахтере», начиная там с Тукашов, Игамберды, вспоминаю, Асылбаев, Першин, Дубков, Ледовских Сергей, с которым мы вместе играли в «Кайрате», Сергей Стукашов, Эдуард Сон, с которым мы впоследствии играли и в «Кайрате». Там просто легенды, вы знаете, Мищенко Сергей. Можно всех, прошу прощения, может, кого-то не назвал, чтобы не было обид. То есть очень было приятно играть. Всегда было, «Шахтер» всегда был в лидирующих позициях. Очень приятно было всегда смотреть. И у меня оставалось очень много друзей. Прошло уже порядка там, 45 лет, с 80-х. Созваниваемся, встречаемся, то есть вспоминаем, как это все было. Я думаю, в Караганде «Шахтер» никогда не умрет, футбол не умрет, потому что все равно выйдет на лидирующие позиции, всегда будет, команда всегда будет, потому что невозможно представить, чтобы чемпионат КПЛ проходил без «Шахтера». Ну, конечно. Евгений Викторович, мы практически уже на финишной прямой, и прежде чем попросить наших зрителей больше узнать о вашей карьере, я бы хотел задать вам несколько более личных вопросов. Можете отвечать коротко, можете отвечать не совсем коротко. Смотрите, если бы вам предложили изменить в себе что-нибудь одно в вашей черте личности, что бы это было? Ну, наверное, чрезмерная доверчивость. Доверчивость. Какая ваша главная слабость? Наверное, тоже доверие. Доверчивость. Какой недостаток вы легче всего прощаете? Вы знаете, меня очень много обманывали в футболе. Очень много. Но я всегда, ну, так грубо говоря, своих недоброжелателей убивал своей порядочностью. А что вы не прощаете? Я, наверное, человек, который умеет прощать все. Как бы вы описали свое состояние на данный момент? Состояние... Не только физическое, но и душевное. Ну, духовное, душевное, да. Да. Ну, да. Я бы сказал так. Ну, я благодарен судьбе и... что действительно Господь Бог подарил мне такой дар футболиста. И я это сейчас передаю ребятам в той же QG-лиге, во всех командах, где мы приезжаем с визитами на игры и так далее. Не каждому дан там, дар Аллаха, дар Бога, знаете, стать футболистом. Да. Ребята, используйте свой шанс. Вы знаете, играют и... Из миллионов играют там сотни, там тысячи футболистов, и все, не каждому он дал. Если вам дан такой дар, воспользуйте его. Посвятите себя футболу, и футбол вас отблагодарит. Чтобы добиться каких-то, наверное, высот, нужно очень много трудиться, очень много пота и, можно сказать, крови там пролить, чтобы добиться какого-то результата. Дорогие друзья, с нами был заслуженный мастер спорта СССР Евгений Викторович Яровенко. Евгений Викторович, спасибо большое, что пришли. Вам спасибо за приглашение. Спасибо. Покупка автомобиля – это всегда взвешенное и ответственное решение. Помимо стоимости, учитывать нужно и технические характеристики. Всегда важно знать, на что стоит обратить внимание, а на что можно не так внимательно смотреть. Или, например, стоит ли провести тест-драйв автомобиля. А как сделать правильный выбор и на что обратить внимание, подскажут наши эксперты рубрики «Правильный выбор».
Доброе утро, Азамат. Благодарим, что пригласили. Доброе утро. Рад вас видеть. Вы готовы ответить на 10 вопросов по сервису в автосалонах «Кристалл Авто»? Да, готов. Кем вы работаете в «Кристалл Авто»? Я работаю руководителем отдела продаж подержанных автомобилей компании «Кристалл Авто». Где мы сейчас находимся? Мы находимся сейчас на специальной стоянке, где мы продаем автомобили с пробегом. Какие автомобили вы продаете? Какие автомобили мы продаем? Мы продаем автомобили абсолютно разных брендов, разных годов, именно автомобили с пробегом. Как за 3 шага купить автомобиль по программе Trade-in? Первый шаг – вам надо будет приехать в дилерский центр, выбрать новый автомобиль. Второй шаг – вам надо будет приехать на нашу стоянку, сделать предварительную оценку. И третий шаг – мы уже заключаем с вами договор мены. Вы оставляете свой старый автомобиль и уезжаете на новом. Делаете ли вы оценку автомобиля? Да, абсолютно делаем оценку автомобиля. У нас есть 2 этапа оценки автомобиля. Это первый этап – вы приезжаете на нашу стоянку, мы делаем вам предварительную оценку. Если у вас предварительная оценка устраивает, мы загоняем автомобиль на 2-й этап – это уже к сервису, полностью делать диагностику автомобиля. Можно ли приобрести автомобиль с пробегом в кредит? Да, можно приобрести автомобиль с пробегом в кредит. Первоначальный взнос от 10% и до 7 лет. Но также у нас есть акции. Вы приезжаете на дилерский центр, и мы вас индивидуально уже выберем вам подходящий кредит. Можно ли через вас продать автомобиль? Да, у нас есть замечательная услуга комиссии. Вы экономите свое время, приезжаете к нам на своем автомобиле, сдаете нам на комиссию. Мы автомобиль подготавливаем, делаем предпродажную подготовку и выставляем автомобиль на всех наших сайтах и продаем автомобиль за вас. У вас продается что-то еще, кроме автомобилей с пробегом? Да, мы продаем электрические трициклы, отличный помощник для бизнеса, для перевозки мелкогабаритных товаров. Можно ли купить трициклы в кредит? Да, можно приобрести трициклы в кредит в рассрочку до 12 месяцев, но также можно приобрести их на 2 года, если есть акции у банка. Как купить автомобиль с пробегом? Автомобиль с пробегом вам надо будет приехать на дилерский центр, и мы вам поможем выбрать отличный автомобиль. Денис, а ты знаешь, откуда пошло название «Млечного пути»? Ну, наверное, это как-то связано с молоком, возможно, с матерью, потому что, ну, древняя вот эта история, или нет? Угу. Молочные реки и кисейные берега. Нет. Название «Млечного пути» происходит от светлой туманной полосы в ночном небе, свет которой создается многочисленными тусклыми звездами. Ну да, туманность. Да, это туманность. Тусклая звезда. И все звезды, видимые невооруженным глазом, относятся к нашей галактике. Ну а поскольку мы находимся внутри, то о размерах и о внешнем виде снаружи галактики мы представления не имеем. Науки пока неизвестны. Даже так? Да. Но зато нам уже известно, что же ждет сегодня нас. Рубрика «Гороскоп». Сегодня у Овнов появится шанс изменить свою жизнь к лучшему. Не отказывайтесь от предложений, которые вам сегодня поступят. Вы почувствуете прилив сил, заряд бодрости и проблемы отодвинутся на 2-й план. Будет присутствовать излишняя раздражительность, причем это чувство будет не покидать тельцов весь день. Будет сложно справиться с этим чувством, но вам все-таки придется это сделать. Хороший день сегодня у близнецов. В любом случае будут присутствовать как положительные моменты, так и отрицательные. К любым возникшим сложностям нужно относиться с оптимизмом. В трудовом коллективе может возникнуть некоторая напряженность. Избавиться от нее раком будет просто и легко. Не берите на себя сложных обязательств. Выполняйте только то, что хотите. Львы, уделите время себе, займитесь внешним видом, смените гардероб. Работайте сегодня над духовным составляющим себя. Какие бы трудности сегодня ни ждали, девам все по силам. Придется решать сразу много вопросов, причем половину из них вам подарят окружающие. В начале дня вас вряд ли посетят хорошие мысли, поэтому отбросьте их прочь и отдохните. Новые дела весам начинать сегодня не стоит, лучше займитесь завершением давно начатых. Скорпионы, внимательно прислушивайтесь к своему состоянию с самого утра. Если чувствуете, что все хорошо, приступайте к работе. Если же вас тревожит недомогание, пусть и легкое, то отдохните.
Хлопот и забот у стрельцов много, но, к сожалению, все равно многое сделать вы не успеете. Не забудьте уделить сегодня внимание отдыху и саморазвитию. В целом день пройдет неплохо. Козерогам будет трудно настроить себя на позитивный лад, и даже не пытайтесь этого делать. Проведите день в спокойной обстановке, подумайте над тем, что вас беспокоит в последнее время. Сегодня у водолеев будет много работы и очень приятной. Если справитесь со всеми поставленными задачами, вас ждет похвала со стороны руководства и, возможно, даже премия. С утра рыб могут беспокоить легкие боли в желудке. Сильно переживать из-за этого не нужно. Попробуйте просто принять обезболивающие препараты. Неожиданные встречи вас очень обрадуют. Повода для грусти сегодня практически не останется. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Спасибо большое, что были с нами. Надеюсь, вы уже подписались на наш телеграм-канал, на наш YouTube-канал, поставили лайк нашему видео и написали комментарий, кто сегодня был интереснее, Евгения или Денис? Но сегодня определенно интереснее был наш гость. Это точно. Всего доброго. Пока-пока. Удачного рабочего дня.